Всем привет, ребят! Поделитесь, пожалуйста, кто чем кормит Аола Форос. Я обычно кормлю вот такой вот кашей Геркулес измельченной. Ну, вот посоветовали добавить спирулину. Добавил вот таблеточки Растолол. Сейчас перемешаю, добавлю им. Подскажите, кто чем кормит. И, кстати, я заметил, что Аола Форос, видимо, есть еще разных видов. Вот у меня светлый и есть еще темный. Пишите комментарии. Ну вот, все, я засыпал. Посмотрим, что из этого получится. А результат обязательно позже покажу.